У воспитанников спортшколы номер 7 необычная тренировка. Ребята заметно нервничают. И неспроста сегодня мастер-класс им покажет сам Александр Поветкин. Чемпион мира в супертяжелом весе не стал ходить вокруг да около. Сразу приступил к тренировке. Молодежь, для вас акцент. Боксируйте, когда все бьется в одну точку. Вы бьешь то сюда, вдаришь то сюда, то сюда. Ребят, все в одну точку. У вас одна цель. Вот надо в цель бить. Отработав с юными боксерами основные упражнения и удары, Александр Поветкин дал им ценный совет на будущее. Занимайтесь, стремитесь, и все будет нормально. Никогда не сдавайтесь. Спорт – это такая штука, особенно боевые единоборства, где нельзя сдаваться. От вашего характера зависит многое. И ваши победы, в частности. Сами ребята признаются, все, о чем говорил их кумир, они уже слышали от своего тренера. Но тут информация усваивается гораздо лучше. Чемпион плохого не посоветует. Он давал нам задание бить, как бить, показывал, говорил, как правильно делать все. Он говорил то, что нужно бить в одну точку всегда. Позже в интервью журналистам боксер с мировым именем признался. Именно такие юные амбициозные спортсмены из небольших городов и есть будущее российского бокса. Ведь и сам он совсем не из столицы. Малая родина чемпиона – город Курск. Я считаю, что в России самая лучшая школа. Это однозначно. Да, там где-то в Америке был. Единственное, что там у них вот в каждой школе есть свой стадион. Есть свои залы. Вот этого, чего, наверное, у нас не хватает. Не только там какие-то единоборства, но бег, плавание. У всех есть бассейны. Это у нас, посмотрите, особенно в провинции. Сейчас, если узнать, возле школы, возле каждой есть спортзал. Спортзал хороший, есть стадион хороший. Да нету. Это редкость, чтобы возле школы был стадион. Ивановской спортшколе команда тяжеловеса подарила специальный магнитофон для занятий. Но и самого Александра с пустыми руками не отпустили. Глава города вручил ему традиционную ивановскую ситцевую рубашку. Это из ивановской ситцы, причем 80-го года. Потому что это советского периода. Вообще супер. Да. Вообще, поэтому почти, от Вячеслава Михайловича Зайцева, знаешь, такой модельер, он почетный гражданин нашего города, то он помогает нам, почетным гостям делать вот такие косоворотки. Поэтому прошу, оставь на память город Иваново, чтобы у тебя все остался в душе. Благодарствую, благодарствую обязательно. И успехов, да. И побед тебе. Буду стараться. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.